Автостоп. Не гони, подумай о нас. Чёрта лысого, иди пешком. Да, да, пешком. Какая цыпочка? Уберем-ка. Добрый день. Очень мило, что остановились. Добрый день. Куда вам? В Бандану. Какая жалость. На развилке я поворачиваю в Понселе. Я уже почти приехал. А вы не могли бы... В Бандану? Понимаете, вечер меня ждут. Ну ладно, садитесь. Вы победили. А потом видно будет. Садитесь, садитесь. Ну вот, располагайтесь поудобнее. Люблю брать попутчиков, особенно попутчиц. Понимаете, когда в машине женщина, ехать веселее. Да и не так устаешь за рулем. Девушки, девушки. Как это у вас так получается, что вы садитесь в машину к первому встречному? Вы что, доверяете? Вы не читаете газеты? Я имею в виду грубость, изнасилование. Я сразу поняла, что вы порядочный человек. Благодарю за комплимент, но знаете, я всего лишь мужчина. А ведь я мог бы быть вашим отцом. Сколько вам лет? Надеюсь, вопрос не шокирует вас. Знаете, у меня дочь примерно вашего возраста. Как вы сказали, вас зовут? Напомните мне, пожалуйста. Но я не говорила. Пьера. Пьера. Вот здорово, как мою машину. Посмотрите, Пьера, Пьера, посмотрите. Так это название машины? Вы дали имя машине? Нет-нет, сейчас объясню. Почти 12 лет у меня была секретарша. Знаете, она была больше, чем секретарша. Очень мило с вашей стороны. Вы романтик. Романтик? Ну что вы, просто я сентиментальный человек. Чуть больше, чем другие. Какое очаровательное ожерелье. Правда, какое красивое. И это тоже. А это? Что такое тут? Смотрите сюда, сеньорина, смотрите. 99 979 километров. Через 21 километр мы отпразднуем 100 тысяч. Какая же классная машина, черт возьми. Я радуюсь. Вам придется праздновать одному? Поворот на Понселе через 10 километров. Тогда почему мы просили вас подвезти? Человек, который садится в машину, должен быть готов заплатить хоть что-то, понимаете? Я вынужден вести вас, но только если будет веская причина. Вы поняли? Ну что? Кто вы по профессии? Коммивояжер? Нет, 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 нет. Текстильная промышленность. Трикотаж. Развожу работу на дом. Специально для женщин. Понимаете, я убежденный сторонник феминизма. Вероятно, это называют черной работой. Господи, ну что за выражение? Почему черная работа, сеньорина? На что вы намекаете? Что я эксплуатирую людей? Знаете, скольким людям я даю работу? Без этого бы они оказались на улице. Сегодня вообще мало кто хочет работать. Вот в чем правда. У вас, молодых, нет воли. Вы годны лишь на то, чтобы играть на гитаре. Многие мои знакомые тоже работают. Молодец. Молодые должны работать, а не шляться по улицам и бросать бомбы. По-вашему, именно этим они занимаются? Девочка моя, ты читаешь газеты или нет?
Неужели ты не слышала о грабежах, о похищениях людей, о вооруженных бандах, красных бригадах? Столько крови льется, стоит лишь открыть газету. Смотрите, смотрите, что здесь написано? Здесь, например, побег из тюрьмы. Я не вижу, что там. Прочитайте мне. Неудачный побег трех заключенных женщин. Три женщины-заключенные бежали из женской тюрьмы в Бавоне. Ну вот, теперь даже женщины начинают убегать. Больше нельзя жить спокойно. Так я и знал. В Бавоне? Но Бавоне тут совсем рядом. Три преступницы завладели оружием, и самая молодая серьезно ранила охранника. Представляю себе. Марика Златопар, 39 лет, Асунта Сканапико, 36 лет, Пьера Пацилло, 20 лет. 20 лет. Как вы сказали? Пьера? Да, Пьера Пацилло, это я. Что вы делаете? Не сбавляйте скорость, не тормозите, как будто ничего не случилось. Зачем? Гони и не ной. Неужели не видите, что они сидят у нас на хвосте? Через 200 метров справа будет дорога, свернешь туда. Как это свернуть? Мы что, в кино, что ли? Делай, что говорю. Да-да. Здесь направо. Да, я понял. Не тормози, гони. Но как я могу тут гнать? Вы только посмотрите, куда вы меня загнали. Хватит ныть. Давай-давай. Ладно, не буду настаивать, я понял. Господи, ты только посмотри. Смотри-ка. Что такое? Ровно 100 тысяч. Настал важный момент. Важный, вы правы. За это надо выпить. Нет, ничего не хочу. Только спиртного не хватало. Пей. Не буду. Пей, говорю. Не могу. Пей. Святая дева. Можешь ты объяснить мне, почему ты сбежал из тюрьмы именно сегодня? Лучше спроси, за что меня туда посадили. Ладно, за что посадили? Там написано. Я убил директора банка. О, боже. Это ограбление. 7 выстрелов. Давай вернемся на дорогу. Заводи мотор. Ну вот, не заводится. Не заводится. Что? А то, что после такой гонки по этим ухабам она больше не может ехать. Подними капот, придурок. Не виноват, я не разбираюсь в моторах. Подними капот. О, боже. Нажмите там, пожалуйста. Где здесь отверстие? Ну что? А то, что я не знаю, куда тут приложить руки. Ну и придурок. Что встал, как вкопанный? Чертов феминист. Покоритель женщины, иди и принеси тряпку, живо.